Ребята, она мертвая. Розочка, это твой любимый красный цвет. Иди к маме. Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, я окружила себя персонажами из игры «Маленький кошмар» и «Маленькие кошмары 2». Посмотрите внимательно и угадайте, кто они. Напишите ниже в комментариях их имена, и я обязательно поставлю вам лайк и подарю сердечко, друзья. Ну а перед началом моего самого страшного видео три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два, три. Ну а если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, пиши ниже в комментариях самые страшные видео, которые тебе понравились на моем канале. И чем больше таких комментариев ты напишешь, тем больше шансов у тебя попасть в мое видео. И не забывайте, как только на моем канале стукнет 500к подписчиков, будет огромный розыгрыш. Так что не забудь подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить упоминания об этом розыгрыше. Друзья, сегодня по желанию моих подписчиков, а особенно одной подписчицы, которая смотрит мой канал самого его создания, спасибо тебе, я закажу Барбоскиных из сайта Darknet. Погнали! Итак, друзья, прямо сейчас мы с вами находимся на сайте Darknet. И сейчас здесь доступны для продажи Розочка Экзи из серии Барбоскин Экзи, из запрещенной серии, которую никто никогда не видел, но ее возможно приобрести только на сайте Darknet. Друзья, и доступ к этому сайту есть лишь у немногих блогеров, миллионников, друзья. Поэтому не пытайтесь найти каких-то там покупок. Поэтому не пытайтесь сами найти сайт Darknet и что-то либо купить. Это будут мошенники. Прежде чем приобрести какой-то продукт на сайте Darknet, вам необходимо стать самым популярным блогером, друзья. Поэтому давайте будем смотреть видео на моем канале, и вы увидите все самое страшное своими глазами, друзья. Сейчас мы видим Розочку Экзи из Барбоскиных. Также сейчас доступная для продажи Дружок Экзи, друзья, посмотрите, он похож буквально на какого-то сумасшедшего, друзья, я вам не вру, видите, сайт Darknet, и стоит он 999 баксов, это очень страшно. Так что, друзья, я не знаю, кого выбрать, но мне пока более симпатизирует Розочка, хотя при такой внешности навряд ли можно сказать, что она симпатизирует, у нее жуткие глаза какие-то. Какие-то косые, пасть какая-то с зубами. В общем, друзья, и у нее в руках огромный окровавленный нож. Это говорит о том, что это реально Розочка из запрещенной серии Барбоскины Экзи. Так, ладно, давайте прочитаем. Красавица и чудовище, но не то чтобы умница, а, соответственно, то есть эта Розочка и красивая, и страшная, грубо говоря, и красавица, и чудовище, но еще и глупая. А Роза знает себе цену и уверена, что ни один парень не устоит перед ее женскими чарами. Ну, на самом деле, она, наверное, красотка там в своем экзи-мире, среди всех монстров. Розочка выглядит достаточно привлекательно, но Роза Экзи не знает, что она давно умерла. Что, ребята, вы это слышали? Розочка Экзи не знает, что она давно умерла. Я даже заикаться стала. Ребята, она мертвая. Ну, реально, она из мертвого Экзи мира. Есть разные миры, даже в Экзи у них несколько слоев. Есть слой, когда они попадают в потусторонний мир, в умерший мир, в ночной мир. Там куча всяких слоев, друзья. Розочка реально умерла. Так, Роза еще Экзи не знает, что она давно умерла, ее душа бродит по свету в поисках любимого. Очуметь, ребята, это просто жесть. То есть эта Розочка ходит и ищет свою любовь просто как какой-то монстр-убийца. Это просто жесть. Она уже не та красотка, а мрачный, жестокий призрак. Господи, ребята, это очуметь, как страшно. Просто жесть. Если ты вдруг встретишь ее, этот призрак спросит тебя, я красивая, то сразу беги
и не оборачивайся, друзья, если вдруг вы встретите розочку, где она вас спросит, задаст вам вопрос. Я красивая, надо сразу бежать, надо все бросать и бежать. О, Господи, и не оборачивается. И она обожает красный цвет, видимо, поэтому у нее здесь красная кнопка для покупки. Хорошо, ребята, она реально жестокая, и нам с вами придется раскошелиться. Я буду платить реальные деньги за покупку у Барбоскиных Экзи, а с вас я попрошу лишь прямо сейчас спуститься вниже, поставить лайк и написать комментарий. Это поможет как можно больше получить денежку и заказать уже наконец-то всю серию Барбоскиных. Вы же хотите собрать всю семью Экзи, как мы сделали щенячьим под рулем, друзья. Я ее закажу. Оживим, посмотрим, что она нам скажет, какой она будет, а потом мы ее разрежем и узнаем, какие мистические предметы находятся в этой живой игрушке розочки Экзи из мультфильма «Барбоскины». Давайте уже совершим покупку. Фух, все, друзья, мы прямо сейчас купили розочку, и мы ждем курьера с сайта Darknet и сделаем это в 3 часа ночи. Спасибо. Так, друзья, вот наконец-то мне пришел заветный кейс сайта Darknet. И на часах уже, друзья, 3 часа ночи. Поэтому прямо сейчас мы с вами распакуем этот кейс и посмотрим, как выглядит розочка Экзи из Барбоскиных. Мне не терпится уже его открыть, поэтому давайте не будем откладывать это в долгий ящик. Раз, два, три. Ух! Слушайте, ну, вообще похоже на обычную розочку, если не брать в расчет то, что ее глаза залеплены каким-то черным скотчем, да? То есть это обычная розочка из Барбоскиных. Она достаточно красивая, не испачкана ни в какой крови, не одета в красную одежду, ничего. Подожди, в ней это такого такое? Нет. Это след этих Барбоскиных. Подожди, а там что-то есть? Погоди. Что-то жесткое. Она говорящая. Жесть, слушай, у нее внутри специальный датчик, и она может говорить. Ну, слушай, ну есть обычные игрушки, которые также разговаривают, и все. То есть это обычная розочка. Ладно, друзья, давайте попробуем сначала провести обряд, а потом при помощи кнопки, которая находится внутри этой розочки, поговорить с ней. Давайте прямо сейчас это сделаем. Где моя доска для вызова духов? Друзья, нам понадобится доска и свечи. Так, отлично. Я пока буду зажигать свечи. Саму розочку положим в центр. О, слушайте. Она, наверное, что-то еще... Она что сказала? Ты слышал? Очень приятно. Ну, как она бы поздоровалась. Есть обычные игрушки, да? То есть она поздоровалась. Может быть, это специальная аудиозапись у нее такая? Ладно, давайте послушаем, ребят, что она еще может говорить, чтобы понять... Я решила сделать этот мир лучше. Розочка, это на самом деле здорово. Это ее новые духи, ароматрос. Розочка любит духи с ароматом роз. Еще может быть что-то? Конечно, справлюсь. Можешь на меня положиться. Она, конечно, говорит, конечно, справлюсь. Муж, что это так? Что это значит? Так, это... Сюрприз. Отличный сюрприз. Там была песенка еще. Конфеты просят. Она вот это говорила, да, первая. Короче, ребята, мы сейчас прослушали полностью все то, что говорит игрушечная розочка из Барбоскиных. А сейчас мы проведем обряд и узнаем с вами, послушаем, что розочка нам скажет после этого. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Розочка Экзи, приди к нам из потустороннего мира и вселись в эту Экзи-игрушку. Розочка Экзи, приди к нам из потустороннего мира и вселись в эту живую игрушку. Розочка Экзи, приди к нам из потустороннего мира и вселись в эту живую игрушку. Капнем воска на глаза, чтобы убедиться точно в том, что
У нас получился обряд. Семь свечи. Все, кроме одной. Одну свечу мы поставим в центр. И попробуем теперь поговорить с Розочкой Экзи. Розочка Экзи, ты здесь? Конечно, я здесь. Ведь ты вытащила меня из этого темного мира и призвала свой дом. Черт, ребята, вы слышали это? Она говорит уже совсем адским голосом. И теперь это совсем не та хорошая игрушка, которую мы заказали. Это Экзи-розочка. В нее вселилась душа. Ладно, хорошо, давайте что-нибудь еще у нее спросим. Розочка, скажи, а ты любишь свою сестру и братьев? Конечно, нет. Я их просто ненавижу. А если ты будешь задавать мне эти дурацкие вопросы, я тебя уничтожу. Вот черт, ребята. Ладно, мы не будем задавать Розочке этих тупых вопросов. Мы просто сейчас разрежем тебя, ведь мы услышали все то, что мы хотели. Разрежешь? Как это ты меня разрежешь? Это просто невозможно. Я хочу остаться в этой игрушке и жить на твоей полке. Я хочу жить с тобой. Нет, со мной ты точно жить не будешь. Сегодня твое Экзи переселение души закончится, потому что прямо сейчас я разрежу тебя и достану то, что делает из тебя живую игрушку. Ты просто вуду-игрушка, ты понимаешь это? Нет, я Розочка. Посмотри, как я с тобой разговариваю. Это мои новые духи. Ароматовас. Перестань это делать. Я не поверю тебе никогда в жизни. Ты Экзи-игрушка, ты необычная. В чем ты справишься? Перестань! Верни свой обычный голос. Ты меня не проведешь, то, что ты обычная розочка. Я все равно тебя разрежу. В смысле отличный сюрприз? Ты понимаешь то, что прямо сейчас ты лишишься своей головы? Слушайте, ребята, я не знаю, или действительно Экзи-дух покинул эту живую игрушку, или она просто-напросто притворяется. Черт! Душа. Блин, душа! Душа вместе с игрушкой. Да она делась. Черт! Ребята, блин! Она превратилась. Черт, черт! Невидимо. Это так страшно! Слышал? Розочка, не глупи! Роза, вернись! Я все равно тебя найду! Господи, что там было написано? Пойдем скорее. Блин. Черт. Так, давай найдем ее. Так, Розочка. Экзи. Так, обожает красный цвет. Слушай, нам нужно что-то красное. Может быть, телефон, папку, слушай, что ей предложить? Слушай, подожди, у меня есть идея. Пойдем. Что она любит? Друзья, у меня есть идея. Раз Розочка Экзи любит красный цвет, я оставлю для нее следы. Она пойдет по ним и попадет прямо ко мне в руки в ловушку, друзья. Ладно, давайте сделаем это. Розочка, Розочка Экзи, у меня для тебя есть подарок. А мы спрячемся здесь. Розочку Экзи здесь. Розочка. Розочка, это твой любимый красный цвет. Иди к маме. Розочка. Я бегу, мамочка. Черт, вот и попалась. Я тебя поймала. Друзья, теперь нам нужно завершить обряд. Мы же не хотим, чтобы эта плохая розочка Экзи осталась в моем доме. Но мы сначала спросим ее, почему она убежала. Розочка, почему ты убежала? Я не хотела, чтобы ты меня разрезала. Друзья, мне реально жалко. Розочка такая красивая, что я не знаю, разрезать эту живую игрушку или нет.
Но я не могу все оставить. Мне кажется, что она меня обманывает. Как считаете, разрезать ее или нет, друзья? Я просто, у меня нет выбора. Она, мне кажется, что она меня обманывает. Нет, нет, поверь мне, я тебя не обманываю. Я не могу поверить Экзи-игрушкам, заказанным в Даркнет и оживленным в 3 часа ночи. Прости! Черт! Где этот датчик? Где сердце, которое делает живым? Тогда... Что это? Я что-то нашла. Друзья, я должна была это сделать. Это уже не та обычная игрушка. Это игрушка, заказанная с сайта Darknet. В 3 часа ночи она ожила, и теперь мы посмотрим, что сделало ее такой живой. Смотрите. Что это? Это лак. Это любимый лак розочки. Еще один, Дим. Черт, смотри, цвет. Сколько? Ее любимые цвета розовый и синий, смотри. Все это специально было заложено в эту игрушечную куклу Darknet организаторами, менеджерами сайта Darknet. Что-то еще я нахожу, друзья. Сейчас посмотрите, что это такое. Это золотая цепочка розочки. Украшения какие-то. Это украшения, ребята. Вроде бы все, я достала все то, что находилось в розочке. И это был просто датчик. Датчик голоса, она говорила, не по-настоящему. Посмотрите, мы можем его достать. Этот датчик голоса, вот он. Ой, я просто в восторге. Это просто записанный диктофон. Друзья, это была не настоящая розочка. Это проклятая игрушка, которую мы с вами разрезали в 3 часа ночи, друзья. И теперь она уничтожена. Давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. Я надеюсь, что розочка ушла в свой темный мир. А с вами была я, Королева Мистики. До новых видео. Всем пока.